Ну вот, добрый день, дорогие мои подписчики, зрители моего канала. Вот мы видим, что вот мы проезжаем, с правой стороны у нас остается Кёльн, а мы идем на Дортмунд. Вот и начались небольшие, как говорится, пробочки. Ну, без этого не бывает. Так что снова я с вами, будем дальше освещать нашу дорогу. Осталось до, как говорится, до Варшавы. Но я в Варшаву не пойду, а пойду в объезд. В общем, мне еще ехать сегодня 740 километров. Всем хорошего дня, пока-пока.